Друзья, всем привет! Я рада, что вы заглянули ко мне на страничку. Сегодня мы с вами приготовим очень нежные оладьи с яблоками. Тесто будет дрожжевое, поэтому понадобится какое-то время на расстойку. Но после этих оладий вы больше не захотите возвращаться к вашим другим рецептам. Тесто готовится очень просто, в чем, собственно, и предлагаю убедиться. Итак, для начала я подогрею 2 стакана молока. Выливаю в емкость, в которой буду замешивать тесто. И сюда же высыпаю 3, а если хотите послаще, 5 столовых ложек сахара. Добавляю 1 желток и 2 чайных ложки сухих дрожжей. Все перемешаю и очень быстро очищу и мелко порежу 3 яблока. Сразу же высыпаю их в тесто. Можно было это, конечно, сделать сразу, но я не хотела, чтобы яблоки потемнели. Осталось добавить муку. Муки пойдет примерно 2,5 стакана. Также, если хотите, можно добавить ванилин. Замешиваем тесто и смотрим, чтобы не было очень жидко и очень густо. Регулируйте с мукой. Миску с тестом накрываю пищевой пленкой и убираю в теплое место. В моем случае это немного прогретая духовка. Убираю на 1–1,5 часа. Время прошло, тесто очень хорошо поднялось. Разогреваю сковороду с подсолнечным маслом и ложкой выкладываю тесто. Жарю, как обычные оладьи, до золотистого цвета с каждой стороны. Готовые оладьи выкладываю на салфетку, чтобы впиталось лишнее масло. И уже затем перекладываю на сервировочную тарелку. Остужаю и очень хорошо засыпаю сахарной пудрой. Она компенсирует малосладкое тесто, и теперь даже самый привередливый сладкоежка не скажет вам, что оладьи не сладкие. Они получаются настолько вкусными, что вы не заметите, как быстро исчезают с тарелки. Поэтому зовите сразу всех к столу, иначе придется по новой месить тесто. Надеюсь, вы уже греете молоко и режете яблоки. Не забывайте писать о ваших результатах. Готовьте вкусно и с удовольствием. А я на сегодня с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита и до скорых встреч. Пока-пока.